Всем привет, мои дорогие друзья. Идем в кафе. Кафе Дирт. У внука моего сегодня день рождения, у Владика. Ему исполнилось 15 лет. Так, приехали вот в Дирт. Валера, возьми сумку. Вот такое кафе Дирт. Они сделали здесь реконструкцию, стало вот лучше намного. Здесь есть бассейны, есть большой бассейн, есть маленький. Вот большой бассейн, в частности, час у них 5000 тенге. Написано: уважаемые гости, просим соблюдать масочный режим. Здесь вот шашлычки. Все, Валера? Вот так они все закрыли здесь. Вот такая территория у них. Искусственные цветочки, птицы искусственные. Дальше вот так вот идет. Цветочки. Фикус. Здесь кухня, видимо, у них видеонаблюдение ведется. Ну так уютно. А здесь вот топчаны. Топчанчики. Здесь вот такая летняя кухня. Вас ожидают? Вот такие беседочки. Ты его знаешь где-то? Что ты идешь далеко? Что? А! Валера, ты куда пошел? Вот. Дети нас увидели. Смотрите, какие лебеди здесь. Сашулька, привет! Ой, тут только вода какая-то грязная. Лебедушки. Так все украшено вот искусственными цветочками. Я лебедей снимаю. Что, взял нарды? Ну, конечно. Вот Лена оделась. Нас не пускает ровно в 2 часа. Здравствуйте. 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 С приездом. С днем рождения, Владик. А что вы в масках? Я помолодели с маской. С маской. Ничего, нормально. Ну, это Кричевского идет. Ну, спасибо. Еще не этот. Два часа, короче, они ровно. Во сколько сейчас? Надя, Владик, поздравлю. О. Владюшка, на, с днем рождения. Поздравляю. Сколько тебе, 15? Да, 15. Ой, молодец. Спасибо. Расти большой. Так, лебедята. Смотри, они хотят что-то, ждут. Они привыкли, что кормят их. Вот хотят хлебушка. А? А что они такие серенькие? А потом они белые становятся? А, не знала никогда. А там это, рыбы есть? Рыбки. Там внизу есть трава. Они там вот так делают. А вон там, смотри, это фазанчики. Кто там, фазанчики, что ли? Вон, все. Там он высушу. Угу. А вот здесь вот павлины. Они так красиво делают свои хвостики перья. Распускают, да? Да, да. Хвостики распускают? Так красиво. Так красиво. Это мальчики хвостики распускают. А у девочек нету таких хвостиков. Ты знаешь? Это девочки? Вон тот мальчик, наверное. Видишь, у него большой хвост. Что-то у них хвосты все ободранные. Все, наверное, повытаскивали. Все перышки им. О, смотри, один перышек там лежит. Один перышек, да. А вот здесь цветы.
Это искусственные, да, все? Да, искусственные. И картинка искусственная. И картинка. И там вот, смотри, всякие животные. Видишь, все как красиво сделано здесь. Цветочки. А вот это уже настоящее. А, нет, тоже искусственное. Все искусственное. Так, вот идем в бассейн. Время 2 часа. У них строго прям. Тютелька в тютельку. 2 часа вот строго вот открыли. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Вот такой вот бассейн. Здесь и раздевалка есть. Вода чистая, кстати. Туалет. А, душевая здесь есть. Вот все условия. Так, туалет. Нормально такой азиатский туалет. О, это котельная, что ли? Вот классно. Только мы здесь. Сашулька перо нашел. Вот крокодильчик, и Сашулька плавает. Сейчас мама пойдет. Это мы разве в прошлом году были? Бали в прошлом году были. Разве? Да. Такая хорошая вода. Да. А Бали когда разве? Просто мне не с кем ездить, а так бы я ездила 10 раз в год. А как нырять тогда? Но все равно глубоко. Ну-ка туда там отойди. Туда. Туда отойди. Встань туда в конце. Возле крокодила. А возле крокодила? Возле крокодила. Здесь не пройдем, здесь глубже. Здесь глубоко? Здесь глубже. Вон там. Папа! Папа, не надо сделать. А то у меня ресница. Вот здесь будут нам накрывать стол. Вот принесли пиво. Все искупались. Я, наверное, тоже сейчас нырну в бассейн. А Владик прям в рубашечке нырну. Давай, прыгай. Здоровенький такой, да? Крепенький. Владишка вырос хорошо. И молодец. Принесли шашлычок. Салатик. А шашлык сколько стоит? Лена. Женя, почем шашлык? Шашлык 2500. Овощи, овощи, потом там, что за мясо? Что там за мясо? Так, овощи запеченные, баранина, салатик. Как называется салатик? Салат Цезарь. А это кто заказал? Кукси, что ли, это? А, это рамен, да, наверное? Это дедушка. Рамен. Хлебная корзинка. Здесь хлеб черный, хлеб белый, лепешки, баурсаки. Почему вы, ты, наверное, не заходишь? Я тебе днем рождения желаю тебе, главное, здоровья. Остальное все сбудется. И мне так тяжело. Счастья тебе и много лет жизни. И что ты вырос, стал спортсменом. Ну ладно, что ты тут здесь стоишь. А я хочу, чтобы он врачом был. Врачом он не будет. Владик врачом не будет. Аниматором будет Владик. Давай, Владюш, за тебя. За тебя, давай. Крепенький, здоровенький, хорошенький. Там достаньте. Саша, ну как у тебя? Так, вот принесли камди пигоди. Так, еще что там принесли? Какие салаты заказали? Семга. Можно просто лук попросить, обычный лук, конечно. А это сунде. Ой, ребята, как хорошо. И Турции не надо. Вот мы сидим. Мужчины играют в шахматы. Тратишь туда
женщины стоят вот, а дети купаются. Я тоже искупалась. Классно. У нас в Таразе тоже можно хорошо отдохнуть. Вот такой бассейн у нас. Это считается самый большой. Аренда стоит 5000 тенге в час. Красота, ребят. Надела сарафан Лена. Иду посмотрю мороженое там какое есть. Так, хотим выбрать мороженое. Лебеди. Сейчас они будут подходить к нам. Вот они чувствуют людей. Знают, что-то им будут давать. На. На, ты будешь кушать? Оп. Вот, кушает. Лебедушка. Ты тоже хочешь? На. Кушай, что ты не ешь. М? Оп. Тоже кушает. Ему не нравится. Травку хочет. Травку надо ему сыпнуть дать. Скажи, ты у вас какие-то многоплановые или путешествия? Нет, у меня всякие. Я делаю блоги каждый день, каждодневные. Ну или через день делаю этот, что я готовлю, рецепты всякие там. Тоже много просмотров у меня, вот рецепты. По 10 тысяч просмотров. Всякие салаты там в основном, корейские, да. Салаты хорошо смотрят у корейцев. Ну? Видишь, он травку хорошо кушает. Травку дайте ему побольше. Вот как нравится ему. Наверное, не разрешают стрелять. А мне написано, что не разрешает. Можно, наверное. Любит зелень. Грязненькая. О, сейчас еще травки даст. Взяла? Ну вот кушает как травку. А та не кушает. Этот прожорливый. Так, вот два торта. А, это пироженки. Мы пирожные решили. Торт они не захотели. А, пироженки всякие, какие красивые. Поэтому и ножик и не нужен даже. И обгалы. Потому что все же не сидят в этом куску. Лена, разрежь? Конечно. Вот так интересно разрежьте. Давай коробочки возьмем. Вот такие вот всякие пироженки. Накрыть потом. Таких только нет. Ой, вы что, мы сейчас... Вот такой тортик, вот интересный какой-то. Как он называется? Блинный. Пироженки. Разные. Я вот этот еще возьму. Одно. Стесняется. Да. Такой пьем чай. Ташкентский с мятой. Ташуля, ой, молодец. Ой, а мама что, подальше должна стать? Ну так быстро. Лена, ты должна подальше стать. Давай. Вот отсюда давай, плыви. Давай, Сашуля. Ой, молодец. Саша научился плавать. Ой, молодец. Давай, иди, Сашуля, тоже. Я же здесь не буду.
А в Алмате все, я снимаю, она давно идет. Лена теперь. Давай, Лена. Да. Хоть как, давай. Ну ты долго будешь готовиться. Давай. Ну ты долго готовишься. О! Лена, ты что? Плашмя прям. Ай, Сашуля, молодец. Саша, молодец. Все. Хорошо погуляли. Идем теперь к Лене пить чай. К нам идет? Да? Вот этот мы сюда хотели бассейн. Там люди, да? Что там? Да, видишь, тут бассейн? А, тут извините, красиво. Смотрим. Ну все, пошли. А? А, потому что темно. Снимает. Ну, ночная съемка. Ночная съемка. Хорошо отдохнули, ребятки. Покупались. Поели шашлычка. Поели рыбки. Сейчас идем чай пить. Вообще-то мы чай пили, но мы еще раз пойдем и попьем чайку. 8 тысяч шагов. Так. День я должна минимум 8 тысяч шагов пройти. Так, где у меня счет? Все, ребятки, поехали. Ключи у нас есть. Поедем домой. Так, где-то я хотела чек показать. Пустой, наверное. Особенно когда ты... Выключи кондиционер, открой окно. Мне продуло, блин. Болит Владик такой сякой. Владика пил. Владика поспал. Где тут чек? Да. Ну, ребятки, вот так вот нам обошлось сегодня. Пиво. 11 кружек, что ли, было? По 350. Ничего да. себе. Ну, смотрите. В общем, общая сумма получилась на 35 213. И еще мы заплатили за бассейн на 5 часов 25 тысяч. Шашлык стоит 1500 из баранины, из печени 1000, овощи на гриле 900. Вот такая селфи-лампа. Лена купила и мне хочет подарить. Сейчас включим и посмотрим, как она работает. Лена, сколько такая лампа стоит? 3500. Сколько вы включаете? Там, наверное, батарейки надо. Ой, какая она яркая. Ну и что? А что по-другому? Сейчас поставим. То хочу, то не хочу. Такая корова нужна самому. Смотри, она какая интересная. И такой цвет, да. И желтый. И половина желтый с белым. Чисто белый. Хорошая вещь. Всего лишь стоит 3500. Где ты ее взяла, Лена? Взяла у этой. Тани Роман. Четвертого. Ну-ка давай. Выключила. Разговори что-нибудь. Так, это с лампой. Сейчас мы лампу включаем и посмотрим, как она будет без лампы снимать. Вот видите, совсем темно. И с лампой. Это без лампы. Вот видите, чистые получаются. Все дефекты скрылись. А если другой оттенок сделать? Лена. Вот такой. Желтый. И такой теплый. Мертвенно-бледный. Это мертвенно-бледный. Классная красотки лампа. Красотки прям.